Обычно грибы никак не ассоциируются с искусством и дизайном. Но только не на этой выставке в Лондоне. Здесь они заняли самое центральное место. В Somerset House из них сделали обувь и предметы декора, и им посвятили картины. В целом в экспозиции представлены работы 40 художников, дизайнеров и музыкантов. Они постарались ответить на вопрос, как использовать грибы, чтобы сделать нашу планету лучше и чище. Есть здесь просто инсталляции. Например, этот мухоморный чемодан, который двигается благодаря солнечной энергии. Показаны и более практичные варианты применения грибов, а точнее мицелия вегетативной части их тела. Из него делают очень многое. От пластика и мебели до растительного мяса. Последние 5 лет дизайнеры все чаще использовали мицелий для производства разных материалов, создав много очень интересных прототипов. На выставке у нас представлены лампы и кирпичи из мицелия. Также можно увидеть и другие повседневные вещи, например, обувь и одежду. Особое внимание привлекает так называемый грибной погребальный костюм. В нем тело умершего человека, оказавшись под землей, становится едой для грибов. Впрочем, куратор выставки отмечает, что очень многие полезные свойства мицелия невозможно показать на выставке. Вещи, связанные с утилизацией токсичных отходов, очисткой воды, а также поиском альтернативы пестицидам или того, что поглощает пластик. То есть мы видим заинтересованность в том, чтобы смотреть на природу и решать проблемы взаимодействия человека с природой. Грибы для создания практичных вещей используют не впервые. Ранее из них делали наушники, а также ремешки для часов. Выставка будет открыта до 26 апреля.